Книгохранилище замка Дукс. Богемия. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожкой плащом. Две свечи по сторонам настольного ареоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный. В ледяной пустыне островок Канина. На полу в дальнодорожном разгроме рукописи письма от Ребья. Чемодан извергнув, ждет. Озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казанова. И надо всем этим, с высот уже почти небесных, древняя улыбка какой-то богини. Последний час 1799 года. Рев новогодний. Я с куклой своей нежней, с последним из камней нежней. Нет, стой. Нет, стой, целуй. Боюсь, боюсь, презренный трус, боюсь. Чего бы ты хотела? О, богатство! Что? Да, 100 флоринов в час. Чтобы их смеясь сыпать, как в решето, флоринов кораблей, кружев в фланских ворохах, и златокудрого, как принц, красавца жениха, чтоб мне ровесник был. Нельзя, чтоб люльки, стан, как сталь, не зубы, а миндаль, 100 престолов князь, с моста, с конем, вниз головой, в поток, коль я туда платок, чтоб за один цветок, чтоб так меня влюблен, что... Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел, прощай, дружка, подставь, найдешь. Дай досказать, знаю, чтобы в красный рот вас целовал, чтобы вброд вас через синий моря перевозил. Моя поклажа сложена. Нет! Чтоб над моей фатой 300 фланских кружевниц ослепла, чтобы ниц народы. И когда мой князь взойдет, весь водолет шелков, кружев, все бархата, и принца-жениха в придачу весь венчальный хлам, все к твоим ногам! Что?